Дознаватели выясняют причины пожара в жилом доме, расположенном в дачном товариществе «Дружба». Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение. Сообщение о возгорании поступило сегодня около 9 часов утра. С дачного дома огонь перекинулся на рядом стоящую баню, а затем и на соседнюю дачу. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На локализацию огня понадобилось около 10 минут и еще полчаса на полное тушение. Благодаря слаженным действиям муравленковских огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения пожара и избежать человеческих жертв. Поступило сообщение о возгорании на дачах. Вы выехали немедленно в составе дежурного караула. Приехали, значит, в результате разведки было выяснено, что горит деревянное здание по всей площади с угрозой распространения на соседнее здание. Значит, осуществили проверку на наличие людей, никого не было обнаружено. И дальше работали на тушение горящего здания и защиту соседнего здания.